Поэтому вот эти 3 метра бы асфальта, и не хотелось бы их тоже, чтобы лыжники раздолбили асфальт там, палками. Изумрудный все больше на стороне спорта. К велобеговой дорожке добавляют лыжню, конечно, не в ущерб пешеходам. Специального оборудования у нас нет для создания лыжни, но я думаю, что мы вот эти специальную технику нам Минспорта даст пользование, да, чтобы мы уже... Ну, а естественно, чистка, обслуживание, уборка порослей, расчистка маршрута – это мы сделаем собственными силами. А специалистов и технику поможет найти Министерство спорта, оздоровить жителей в их интересах. Во-первых, чтобы проложить лыжню, надо понимать, как ее проложить. Да? То есть у нас есть тема людей, которые этим занимались, это навигация. У нас есть снегоходы, которые мы можем в том числе и здесь, наверное, какое-то время хранить. В Изумрудном будут развивать совместный спортивный проект со стадионом Клевчения. Здесь может появиться площадка для воркаута и спортигр, например, стритбола. А еще Клевчение временно предоставит любителям-лыжникам теплые раздевалки. Кстати, лыжню проложат не только в Изумрудном, но и в полузаброшенном парке имени Ленина. Возникает хороший очень маршрутик такой прям. Андрей Дреер, Александр Антропов, «День с толком».